Добрый день, меня зовут Александр Дунаев. Мы начинаем тренировки перед чемпионатом России по фидерной ловле. Это итоговый чемпионат России 2019 года, когда мы по факту отбираем лучшую команду на клубный чемпионат мира. И, наверное, конечно, самое важное соревнование в году. Сегодня вторник, и вчера мы пытались как-то ловить, вот, но ураганный ветер вчера был и дождь, поэтому половить вчера удалось совсем немного. Сегодня дождя нет, светит такое перемежающееся солнце с облаками. Это положительный момент, но ветер еще более усилился, его прям все сдувает, приходится крепить. Конечно, мы не можем половить на дальних рубежах, как хотелось бы, там 60-70 метров. И будем ловить под ногами, тренировать уклейку или вообще мелкую рыбу. Вчера уклейка проскакивала в уловах, но непонятно, будет ли она сегодня. Потому что есть места, где уклейка есть, уклейки нет, они как-то чередуются. Бывают точки, где ее нету, где-то побольше. Вот. Но перспектива на рыбалку очень смутный из-за очень сильного ветра. Ну, прямо стою, меня сдувает. Я не знаю, сколько метров, наверное, 20 или 25 метров в секунду. Прямо настоящий ураган. Надеюсь, что какая-то рыба будет ловиться и что-нибудь хоть набить руку удастся. Сегодня третий день нашей тренировки. Предыдущие два дня были, можно сказать, что они были бестолковые. Был очень сильный ветер. Первый день шел дождь и дул ветер. И наша тренировка продлилась всего час, потому что мы все позамерзали и не были особо готовы к таким жестким условиям. То же самое было во второй день, только уже без дождя, но с сильным ветром. Рыбу практически не половили, за исключением маленьких бычков с мизинец и небольших окуньков. Сегодня погода успокоилась и обещает быть очень хорошей, теплой и безветренной. Надеюсь, сегодня мы сможем что-то поймать и попытаться разобраться с ловлей. Будем ловить издалека, пытаться поймать крупную рыбу, такую как лещ. Говорят, он тут есть, но пока никто его не поймал и никто его не видел. Ну и более-менее крупную рыбу с дальних рубежей. Конечно, мы не будем сбрасывать со счетов и ближнюю дистанцию. Кто-то попробует ловить из сблизи. Сейчас мы определимся, кто это будет делать, и начнем ловлю. Рыба, конечно, мало интересная. В основном ловится бычок. Если у кого-то получается сделать все правильно, приплывают окуньки. Ну и, конечно же, редко-редко плотвички, ну и маленькие-прималенькие подлещики, грамм, наверное, по 30-40. Но основная рыба, конечно, которая здесь клюет, это бычок. Его здесь очень много. Он бросается на все, что движется на дне, инстинктивно. То есть поклевки бычка не всегда заметны, но он всегда засекается, практически не бывает обсосов. То есть он не бывает поеденного мотыля, он всегда сидит на крючке. Даже если хлыстик чуть-чуть буквально шелохнулся, он уже засекается. Ну вот сегодня мы сидим, можно сказать, в первых секторах, с краю где-то, наверное, ну, первый, второй, где-то в районе 30-го, наверное, сектора. Здесь не самые рыбные сектора. Есть, конечно, здесь бычок и окунь, но однозначно его не так много, как дальше в секторах. Где-то около 100-го сектора, там уже гораздо больше рыбы, и крупные окуни есть, и бычки, все есть. А здесь в основном бычок, бычок и еще раз бычок. Причем иногда даже не видишь поклевки, забрасываешь, долго-долго сидишь, ждешь, а поклевок нету. Поэтому приходится часто перезабрасывать,
А если поклевки нету, а бычок уже засекся, как правило, он может завести за камень, и, конечно же, поводок оборвется. Сегодня я ловлю не очень далеко, где-то метров, ну, около 25. Очень много там камней, которые обросли дресиной, ракушкой. Вот я, к сожалению, выбросил. Достал сегодня целый пучок такой дресены, огромный, с очень острыми краями. Он сразу клюнул после заброса, даже интересно, кто. Соскочило. Еще раз повторю, камни все обросшие дресиной. Это приводит к тому, что поводки очень часто секутся, ну и, конечно же, обрываются. Даже если поклевка была резко уверенная, ты думаешь, что рыба на крючке, это еще не значит, что она будет в руках, потому что, наверное, вот у меня сегодня 50% рыбы оборвало поводки из-за того, что поводки очень сильно травмировались на дресине и рвутся как, я не знаю, как волос. Достаешь, а там как ножиком отрезали пол поводка. И, к сожалению, это не только поводки травмируются, обрываются, а еще вся снасть целиком, то есть прям возле монтажа, там, где кормушка привязывается, тоже очень часто обрывается. Вот у меня сегодня расход. 3 удочки я оборвал из-за этих камней, обросшей дресиной. И, к сожалению, они тут повсеместно, и на них реально клюют окуни, бычки, ну, хоть что-то клюет. Если ловить там, где их нету, где-то в 40 метров, где-то 50, где-то 60, там уже нету такого количества камней, ну и, к сожалению, нет такого количества окуня, бычка, ну и всего остального. Поэтому приходится ловить недалеко, около 30 метров, и собирать все, что там на дне движется. И бычков, конечно же, и стараться как-то заполучить поклевки окуня. Зацепилось. Опять поводка нету. Ты как же он достал это все? Через заброс ругаешься и меняешь поводки, потому что, ну, совершенно невыносимо. Уже ставишь и 0,16, и даже 0,16 умудряется оборвать. Уже какие только поводки не ставил, какого диаметра, все равно обрезаются. Но зато хоть как-то рыба клюет. В основном все насаживают мотыля. Ну, и я в том числе. Самая рабочая насадка – это 2 мотылика. Либо 3 мотылика. Потому что кому как нравится. Вот. Вот он, наверное, бычок. Желаемая рыба. Поклевочка была прям еле-еле. Я думаю, небольшой бычок. Вы что, посмотрите, это плотва. Это самая ценная рыба, за которой здесь все охотятся. Третья за сегодняшний день. Такая классическая плотвичка для местных водоемов. И это просто был подарок сегодняшний. Прям на камеру поймал. Специально будешь делать, не поймаешь. Так что нам крупно повезло. То если бы такая плотвичка клевала бы, я думаю, все были бы очень рады. Все бы были бы довольны, что именно на этом водоеме проводятся соревнования. А так, к сожалению, многие, конечно, плюются от такой рыбалки. Ну, точнее, не от рыбалки, а от рыбы, из-за того, что клюют бычки и окуня. Как правило, это всеми нелюбимая рыба. Но, к сожалению, здесь ее придется ловить. И все будут заниматься ловлей именно, ну, процентов, наверное, 80 спортсменов будет заниматься ловлей бычка. Уже много команд приехало. И я думаю, что с каждым днем все больше и больше окуней будут умирать из-за того, что очень далеко заглатывают крючок. Окуня будет становиться все меньше и меньше. А вот бычков здесь предостаточно. И будут каждый день все ловить бычков, потом опять бычков.
и опять бычков. Вот, видимо, опять плотвичка клюнула, потому что такая какая-то поклевка была неоднозначная. И мотыль обсосан. Так что, может быть, сейчас вот стайка плотвички приплыла. Не исключено. Потому что сегодня вот был уже один подход плотвички. Такая стайка прям приплыла, поклевала. Ну, буквально минут, наверное, 10. Я удалось поймать 3 штучки, и вот еще сейчас одну. Может быть, еще одна стайка. Непонятно, почему эти стайки прям куда-то исчезают. Вроде как одну поймал, вторую поймал, поклевка, еще поклевка, еще поклевка. И оп, и исчезла эта плотвичка. И как ее заставить опять приплыть, непонятно. Но хочется надеяться, что мы за неделю здесь все-таки немножко прокормим. Акватория большая, и рыба начнет подтягиваться на нашу дистанцию, где мы в основном ловим. Лещи-то, конечно, не приплывут, но вот плотвичка должна отозваться, я думаю, приплыть. И хоть как-то худо-бедно поклевывать. Конечно, она вряд ли будет у всех клевать. Будет клевать тот, кто лучше разберется. Подберет к ней какой-то ключик. Но однозначно в улове будет плотва. Первое место, я думаю, будет бычок. Второе – это окуни. А вот уже потом будут избранные люди, которые наловят немножко плотвы. А так улова, конечно, я вот хочу себе представить, что уловы будут хотя бы около 2 килограмм за 5 часов. Но сильно в этом сомневаюсь, потому что вот сейчас, дай бог, килограмм поймали. Мы даже сегодня, наверное, не все килограмм-то поймали. Вот. Долго не было поклевки. Я сидел, ждал. Поклевки так и не было, а на крючке кто-то сидит. Я думаю, это бычок или окунь. Окунек. Вот этот окунек уже здесь считается достаточно крупным. Если такие окуньки будут клевать, это очень хорошо. Потому что бычок, который клюет, он гораздо меньше. Он буквально вот чуть-чуть больше мизинца. Попадаются, конечно, особи и такие больше ладони, но их очень-очень мало. И они уже побывали на крючке и вряд ли будут клевать снова. Ну что, хочу пожелать всем интересной спортивной ловли и ловить то, что клюет. Прошло уже 4 дня тренировочных, из которых 2 дня мы не смогли тренироваться, так как был просто такой ветер, что не забросишь, даже на 15 метрах сдувало кормушку. Вот. Ну, сейчас жарко, хорошо, комфортно. Рыбка клюет, но клюет мелкая достаточно. Бычок, окунь, плотвичка. Но плотвичка не во всех зонах. Сегодня у нас официальная тренировка. Пятница. Вот. Хотели, конечно, мы сегодня попасть в рыбную зону, а попали в самый край зоны А. По слухам, да и как мы тренировали здесь недалеко, рыбалка очень плохая, то есть веса маленькие. Вот. Не знаю, конечно, как покажет сегодняшний день. Хотелось очень попасть в зону Д, Г, половить рыбку сегодня. Навязали вчера крючков, которые, по нашему мнению, была 100%, ну как, хорошая реализация, 100% тут не может быть. Не знаю, получится сегодня проверить или нет, но сейчас вот сел, глубина в моем секторе реально очень маленькая. Даже если сравнивать с ребятами, с нашими, вот правее сидит Саша Дунаев, Володя Павлич, у них на той же дистанции грузик падает, скажем так, на 22, у меня падает на 12, то есть 2 раза. Мельче. А дальше ребята сидят тоже опять глубже. То есть попался такой сектор. Может пойти к лучшему. Пупок. Будем рыбу ловить, кто его знает. Вчера прошла тренировка очень неплохо. Мы сидели в зоне, наверное, Д. Вот. Все ловили.
достаточно неплохо. Ну, как по меркам этого водоема. Там 2-3 килограмма уловы у каждого спортсмена. Вот. Что, в принципе, неплохо. Будем разбираться. Сегодняшний день, собственно говоря, решающий по выбору тактик, ну, дистанции и так далее. Вот. И, естественно, конечно, здесь много будет решать сектора. Ну, в смысле же не то, что сектора, а жеребьевка, наверное. Кто попадет в зону ГД, рыбу половят. Кто ближе к пристани АБВ, в зоне В, наверное, рыбу половят. Вот. А вот эта вот серединочка АБ, ну, такая относительно, я думаю, что уловы не будут превышать 2 килограмм. России по ловле донной удочкой 2019 на Тольяттинской земле. Дорогие друзья, вас приветствует генеральный партнер наших соревнований, мастер спорта международного класса Александр Александрович Дугаев. Всем добрый день. Да, рыбы мало в водоеме. Рыбалка будет очень тяжелая, но мой взгляд на рыбалку победит тот, кто лучше всего владеет руками и техникой ловли. Так что настраивайтесь. Ну, время покажет в воскресенье, кто победит. Спасибо. Огромное право хозяев. Хотим вас поприветствовать хлебом и солью. Ну, чистый бисквит. Ну, а сейчас я хотел бы предоставить слово руководителю секции донной ловли Федерации рыболовного спорта Самарской области, участнику соревнований Артему Несерову. Я всех приветствую. Молодцы, что приехали. Желаю вам завтра и послезавтра терпения, силы. Вот. И мы вчера такой небольшой лозунг соревнования придумали. Тык-тык, тычок, клюет бычок. А если повезет, клюнет и окунек. Не хвоста, не чешуи всем. Спасибо.